Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка. У меня две огромные коробки, которые я получила из компании Siberian Wellness. Это заказ по ноябрю, и он здесь сборный. Получается, что я сделала один заказ, через несколько дней начались новые акции, я сделала еще один заказ, а получила я их практически в один день, поэтому решила все объединить. И здесь у меня есть продукция как для себя, под заказ, есть продукция для подарков, потому что скоро праздник, Новый год, и я уже начала готовиться. И есть продукция, которую уже забрали. То есть еще огромное количество продукции уехало в добрые руки. В общем-то, на здоровье, всем на благо. Итак, начнем. Что есть, то и буду показывать. Смотрите, вот такой набор, две коробочки. Здесь иммунобустер. Это капельки. Сейчас, если не запечатано, да, вроде бы можно открыть. Ага, иммунобустер, его можно, вот такой флакончик, смотрите, прям упакован так хорошо. Перед употреблением нужно вот так потрясти, и небольшое количество, сейчас скажу сколько, пол пипеточки, можно одну пипетку, либо под язык, прям надо выдавить, дать впитаться и сглотнуть, либо добавить воду. Я, например, просто беру стаканчик воды, выдавливаю туда пипеточку, размешиваю, забираю к себе наверх и просто пью. Я очень много пью воды, привыкла пить ее, знаете, как капельница стоит, да, по чуть-чуть. То есть я не залпом выпиваю стакан воды, а я немножко выпила, поставила, немножко выпила, поставила. То есть у меня идет такой процесс потребления воды на регулярной основе, мне это очень нравится, чтобы сразу, да, не все заливать. Так, это универсальный растительный иммунобустер и энергомодулятор корень с клеточным концентратом сибирской пихты и комплексом активных веществ эндемичных сибирских растений. Все, это классная штука, под заказ. Кто заказал, сейчас расскажу. Подруга попросила для дочери, потому что постоянно болеет, что-то для укрепления иммунитета. И я предложила вот такой набор иммунобокс, 30 пакетиков. Нужно выпивать один пакетик в день в первой половине дня с едой, либо сразу после еды. Вообще БАДы это еда, и их рекомендуют есть все с едой. Есть некоторые БАДы, которые нужно выпить, например, за 30 минут до еды, но об этом всегда мы проговариваем и написано. А в основном БАДы пьются вместе с едой. И вот такой вот бокс, целый бокс, очень удобно, то что здесь 30 пакетиков на целый месяц. И совместить вот с таким вот иммунобустером будет классный результат. Кстати, вчера такой один бокс я подарила нашему знакомому, зашел Мишин друг в гости, и начал рассказывать, что болеет, постоянно болеет, уже устал, не вылазит с температуры. И я ему сказала, тебе нужно, ну, во-первых, обследоваться, сходить в больницу. Ты что, когда мне этим заниматься? Я говорю, ну вот, как минимум, укрепи иммунитет. Я ему подарила такой бокс, заказывала для себя, потому что мы периодически пьем разные боксы, то для одной цели, то для другой. Как раз вот иммунобокс я просто покупала, чтобы он был на всякий случай. И вот был такой случай, когда дочка заболела, я ей сразу выдала этот бокс. Говорю, выпей два пакетика в первый день, на второй два. И, кстати, на третий она уже убежала на тренировку. То есть очень быстро сработал. И, конечно, еще новамин туда подключили. И эпамы. Ой, эпамы очень хорошо тоже помогают, но у меня, по-моему, их здесь в заказе нет. Зато есть магний. Магний, по-моему, он стал любимчиком у многих, не только у меня. Что делает магний? В общем-то, если про него рассказывать, то это вот такой огромный послужной список, но для меня самое главное в магнии то, что я стала лучше спать, я стала спокойнее, у меня какое-то состояние стало такое вот, ну, классно. Не в сон клонит именно, а именно вот расслабленность и спокойствие, потому что времена такие, знаете, нервные, и надо чем-то себя успокоить. Так вот, я для себя нашла как раз вот такой вот продукт, как магний. И еще магний участвует в процессах усвояемости некоторых микроэлементов и минералов, то есть без магния они не усваиваются. А магния у нас настолько, да, нехватка у всех, начиная с детского возраста, поэтому часто читаю в чате, где особенно мамочки с детьми пишут, чем мне попоить ребенка, он такой беспокойный, нервный, легко возбудимый, не спит. И сразу рекомендация специалистов: магний, магний, магний.
Так, что-то для красоты заказала. Набор, кстати, это было очень удобно. Набор и шел в подарок пакетик. Классный новогодний пакетик такой праздничный. В общем-то, не только новогодний, его можно будет использовать на любой праздник. Просто, если мы говорим о том, что готовимся к празднику, то согласитесь, если вот просто подарить продукт, даже красивая коробочка, это будет не так выглядеть эффектно и радостно. И вот знаете, этот эффект неожиданности, какого-то предвкушения. Я, в принципе, очень люблю, когда подарки прям запакованы так, что их надо там раскрывать, разворачивать в красивую бумагу, развязывать ленточки. Но если на это нет времени, нет желания заниматься, да, такой работой, то хотя бы два продукта положить вот так в пакет. Один-два продукта. Можно туда какие-нибудь красивые купить аксессуар, можно новогодний шар подарить, положить, чтобы это было уже более таким праздничным. Можно какую-нибудь упаковку купить с хлопушками или бенгальские огни. То есть что-то такое, атрибуты Нового года. Вы знаете, я один год даже как делала. Я брала грецкие орехи и красила их золотой краской. Получались такие красивые праздничные орешки. Я их насыпала прям в коробочке, в пакетике. И люди, когда открывали, они: «Вау, все золотое!» То есть это был такой вот, ну, приятный момент. А если еще там будет какая-то открыточка, то будет еще круче. Итак, что здесь? Это очищающая глиняная маска с угольными гранулами. Это серия Эксперальта Аурум. У меня уже некоторые продукты из этой серии есть. Я, знаете, что брала? Для шеи крем. Невероятный, невероятная, просто была удивлена. Так, масочку сейчас я открою, мы ее посмотрим, так как это себе. Так, все запломбировано, как видите, да, помпочки. Я ее просто хочу посмотреть, какого она цвета. Так, она еще и тут запечатана, смотрите как. Крышечку нужно открутить, снять пленочку, тут фольга, как ее снять, не пойму. Вы знаете... Оп, оп, у меня получилось, и я хочу ее посмотреть немножечко на цвет. Ага, она белая, светленькая. Вот я салфетку не взяла, чем бы руку вытереть. Ну, она светленькая, и какие-то вижу вкрапления. Я ее буду пробовать наконец-то. Наконец-то уже пора ее попробовать. И расскажу обязательно. Маски, те, которые я попробовала уже с Iberian Wellness, очень нравятся. Очень. У них натуральный состав. Они настолько приятны для моей кожи. У меня кожа, не могу сказать, что капризная, но есть некоторые продукты, на которые она может реагировать. Например, что-то ее подсушит, что-то даст ей там жир, наоборот, появится на лице. В общем-то, мне продукция вся подошла, все, что я пробовала. Единственный был один крем дневной. Мне не очень понравился его аромат. То есть мне понравилась текстура, мне понравилось, как он лежит на лице. На лето он просто уникальный, легенький, такой невесомый. Но вот аромат его мне не очень понравился. Ну, в общем-то, это меня не смущало, потому что он моментально выветривается. Так, хотела посмотреть, что здесь в составе. Но состав вижу так мелко, что я даже его не смогу вам прочитать. Так, масочку мы сюда закидываем, чтобы красиво было. И второй продукт я взяла — восстанавливающий тонер с церамидами. Первый тонер я попробовала как раз для сияния кожи. Он у меня уже заканчивается, там прям осталось чуть-чуть. Тонеры бесподобные. То, что я вижу эффект на своей коже, она стала более свежая, более увлажненная. У меня разгладились глубокие морщины. Мне кажется, у меня даже вот межбровки уже практически не видно. И вот залом вот здесь на щеке, он тоже практически ушел. Сейчас я полностью пользуюсь от и до, вся продукция уходовая только от Siberian Wellness, и эффект я вижу, он очень классный, он меня радует безумно. Итак, буду пользоваться еще восстанавливающим тонером, тоже расскажу потом на каком-нибудь эфире, какой эффект. Вот так, красоту поставим сюда. Далее. Для дочки заказала крем для проблемной кожи. Это уже второй крем. Первый она уже практически использовала. И сказала: «Мам, мне понравился, закажи мне еще такой». Здесь комплекс активных веществ, эндемичных сибирских растений. И что здесь в составе? Биодоступная сера, 10% природный пребиотик, экстракт магнолии, вытяжка корня солодки, масло
абиссинской горчицы и так далее. То есть еще много-много-много трав. И, в общем-то, главное, что ребенку понравилось, поэтому я решила взять. А это заказала подруга. Крем-комплекс для зрелой кожи. Я еще не пробовала, но когда она придет его забирать, я... Это, кстати, вот сюда же идет, к этой подруге. Экстракт калины, красного винограда и солодки. Так, что здесь еще? Комплекс растительных экстрактов. И идет перечисление экстрактов всевозможных. В общем-то, можно использовать и утром, и вечером на очищенной коже, как обычно. Вот такой тюбик крема, 50 мл, по-моему, здесь. Да, 50 мл. Вот сюда убежит. Так, поехали дальше. Это я уже попробовала. У меня в заказе было 4 кондиционера для волос с гиалуроновой кислотой. Долгое увлажнение, легкая укладка, без статика, блеска, сила. Подтверждаю. Кондиционер очень понравился. Вот реально. Волосы специально. Знаете, как я обычно делаю? Я мою волосы. Наношу маску обычно или кондиционер, держу какое-то время, смываю. Чуть-чуть подсыхают волосы, я наношу масло для волос, либо крем для волос, что-то, что вот их увлажнит, потому что у меня волосы обесцвеченные, получается, что я их постоянно краской порчу, но мне нужно, чтобы они выглядели живыми, поэтому масла или крем для волос я всегда использую. Когда я решила попробовать первый раз кондиционер, то не стала ничего больше использовать, посмотреть, какой он даст эффект. И он действительно дал такой эффект, что волосы хорошо расчесались, они были гладкие. И я, в принципе, сейчас порой забываю про масло или крем, практически не пользуюсь, потому что кондиционер справляется, волосы гладкие, они прям ровные, супер работает. Мне кондиционер понравился. И самое главное, что в этой же серии есть еще и шампунь, но я пока не стала заказывать, потому что у меня много-много шампуней. Так, что я вам покажу? Вот эту красоту. Тоже я много заказала. Много. У меня еще уже в закупленных стоит некоторая продукция. То, что я уже вам ранее показывала, то есть я постепенно подкупаю. Это гель для душа. Я вам передать не могу, какой он вкусный. Цитрус и пихта. Вы знаете, я пошла в баню и взяла с собой как раз вот из этой серии гель. Я взяла скраб какао-цитрус. Кстати, могу даже открыть, потому что у меня мой закончился. И я буду в любом случае его сейчас открывать, только не знаю, как открыть. Никак не могу подцепить. Не получается. Что по поводу скраба и для тела. То есть это одна серия. Крем-масло для тела. Но, кстати, я всегда думала, что крем-масло это что-то жирное и плотное. По крайней мере, все, что я пробовала ранее, оно именно так и выглядело. А здесь же крем-масло очень легкий, невесомый продукт, на коже практически не чувствуется. Но какой аромат! Я не могу передать, что это серия, это моя любовь, поэтому я сразу себе закупила несколько комплектиков, отложила, чтобы у меня было в запасе. Заканчивается, тут же новое открываю. Но вот гель для душа, он, мне кажется, нескончаемый. Очень густой, очень концентрированный. Его так нужно мало на мочалочку или на губку, да, чем вот пользуется. У меня мочалка-варежка сейчас. Там нужна прям капля, и он очень классно отмывает. Но аромат бесподобный. Когда я пришла в баню, я взяла все вот эти продукты, начала пользоваться, и все такие девчонки... А чем так вкусно пахнет? Вы знаете, аромат пошел на всю баню. Ко мне все подходили, говорю, пробуйте. Кто-то скраб взял, кто-то гель, кто-то потом маслом попробовал. Девчонкам очень понравилось, и у меня сразу регистрация в бане. Потому что все захотели себе оформить карту клиента. Это очень выгодно, потому что карта клиента дает возможность получать кэшбэк от 5 до 15%. И, естественно, здесь нет скидок, у меня нет скидки, ни у кого нет скидки, есть только кэшбэк. Просто он может быть чуть больше в зависимости от суммы заказа. И, конечно, начинаем, когда пробовать продукцию, если она нравится, то просто, естественно, да, мы начинаем заказывать больше. У меня, знаете, какой был момент, я вот всегда вспоминаю, когда я переходила из другой компании, из косметической, я думала, что... Я не смогу здесь закрыть все свои потребности. И я буду, да, нырять обратно и там что-то подзаказывать, что мне привычно.
Но так получилось, что все, что я пробую, это мало того, что это закрывает мои потребности. То есть есть все абсолютно, что мне надо, от кончиков волос до пяточек. Так еще мне это очень нравится. Мне нравится то, что здесь натуральные составы, и они вот открытые, вся продукция сертифицирована. От и до там даже, вот, ну все сертификаты есть, самые строгие сертификаты качества. И мне это понравилось, то, что я уже опять, получается, в одной компании я закрываю все свои вопросы, свои, своей семьи. Так еще мне очень нравится, что такой широкий ассортимент именно продукции для здоровья. Например, набор энергии и бодрость. Я, по-моему, отсюда вытащила. А, нет, не вытащила. Вот он. А, значит, это еще один будет. А, набор энергии и бодрость. Во-первых, смотрите, как он круто оформлен и что входит в состав набора. Витамин D3. Витамин D3. И витамин С и рутин. Представляете? Вот он, витамин С и рутин. Целая коробочка. И все это так классно, красиво упаковано. Я, например, сразу папе подарила вот такой набор. Маме я подарила вот такой набор. Он называется «Природная безмятежность». Тоже красиво оформлено. Потому что даже не стала Нового года ждать. Они у меня постоянно пьют нужные им ванны, те, которые подходят. Им по здоровью нужны и очень хорошие результаты. Прям очень хорошие. Так, набор такой. Давайте посмотрим, что входит в природную безмятежность. Ну, во-первых, как классно он открывается. Так, коробочка оригинально сделана. Немножко непривычно. И здесь у нас две баночки. Две баночки. Одна магний, а вторая растительный мелатонин. Я сама сейчас пью мелатонин. Не каждый день, конечно, его можно пить курсами, после 50 его можно пить на постоянной основе. С мелатонином я очень хорошо засыпаю. То есть не нужны какие-то там валерьянка, пустырник, как раньше. Я чуть-чуть понервничаю, никак не могу успокоиться, либо ударная доза магния меня спасает. А мелатонин настолько дает, знаете, какое засыпание, такое легкое, незаметное, сны мягкие, легкие, высыпаюсь, даже если ночью я просыпаюсь, вы можете слышать, вот там шуршат, да, наши бандиты, два кота, кот и кошка, и они ночные жители, и они ночью как начинают порой носиться, и бывает, что нас будят, особенно меня, у меня сон обычно такой чуткий, но сейчас я даже если просыпаюсь, то я тут же легко засыпаю. Для меня это очень классно. Поэтому растительный мелатонин прям вот рулит. Я рекомендую тоже попробовать. У кого проблемы со сном, он наладится. Так, поехали дальше. Так, что это под заказ. Кстати, почему-то клиентка мне идет за омегой. Где ты ходишь? Омега северная. Но знаете, здесь есть для взрослых два вида омеги. Омега-ультра в спортивной линейке и омега-северная. Но выгоднее, конечно, покупать омега-ультра, потому что там 120 капсул нужно 2 в день пить. Это хватит на 2 месяца одному человеку. А если двое взрослых, значит на месяц двоим хватит. А северная омега нужно пить 3 капсулки и хватает на 20 дней. То есть мы посчитали и посмотрели, и состав интереснее у омега-ультра. Но там, конечно, то, что неудобно, сразу цена такая, ну, более высокая. Так, еще одна масочка, тоже взяла в подарок. Будет одна масочка идти в подарок. Я люблю дарить хорошие продукты. Так, а сейчас не удивляйтесь, будет много вот таких красивых коробочек. Многие из них эко. И эти коробочки все из серии Nutrition. Эту серию мы называем «Витамины для миллионеров». Дорогая серия, не скрою. Так, еще вот у меня здесь две коробочки. Нейровижн. Здесь у нас стресс-релив. Еще одна нейровижн. И детокс-проактив. То есть, вот эти продукты одинаковые, я их так поставлю. И два разных. И вот эти все продукты я получила в подарок. По сертификатам. То есть здесь за рост, за то, что идешь по определенной, да, программе, называется Quick Start, быстрый рост, быстрый старт, даются денежные сертификаты, и можно выбрать любую продукцию, какую хочешь. Представляете, как это удобно? И я вот взяла как раз серию Nutrition, это дорогие продукты, какие-то из них стоят, ну, в районе там 4000, 5, например, такая вот коробка 4700 стоит. Да, вот, ну, все цены я не помню,
Ну, примерно. Можно на сайте все посмотреть. И это натуральные витамины. Поэтому, конечно, предпочтительнее, да, для себя и для своих близких. Мне нравится пить больше натуральные витамины, но иногда это кусается, да, там кому-то покажется дорого. Поэтому я использовала подарочный сертификат для того, чтобы сделать себе и своим близким классные подарки. У меня вот мама с папой вот такие вот нейровижн пропили, витамины, что вот прямо они отметили сразу первые их впечатления, когда они пропили одну пачку, потом вторую. И я их спросила, как вы себя чувствуете, какие вы замечаете изменения. И вот они оба сказали, энергии много, а мама сказала, у меня мозги просветлели. Я прям вот такое чувство, что у меня как бы и память стала лучше. И я не забываю, и я лучше ориентируюсь в пространстве. Потому что раньше у нее, да, были с этим проблемы. Даже сегодня она приезжала к нам из деревни, приехала сама. Нашла, где мы живем, спокойно, пробежала по магазинам, уехала, отзвонилась, все сделала, такая энергичная и бодрая. Я очень довольна, конечно, витаминами, это что-то с чем-то. Стресс-релиф – это для того, чтобы снизить, да, вот эту вот нервозность, атаки панические, если они у кого-то есть. А детокс-проактив – это чистка организма на клеточном уровне. Так, немножечко раздену подальше. На клеточном уровне, то есть очищается клетка, межклеточное пространство, лимфа, все это мягко так выводится из организма. Можно, да, я когда первый раз вот пила детокс, я такая, ну, я что-то и не заметила, но пропила и пропила. А потом это, знаете, на чем заметно? Это все, это кожа какая-то становится чистая, мягкая, она разглаживается. Вот это общее состояние, какая-то легкость в теле, уходит живот и бока. Вроде думаешь, ну, как так это работает? А работает очень круто. Из-за того, что зачастую вот у нас лимфа, да, загрязнена, то идут нехорошие, да, процессы в организме. А если мы чистим, помогаем, да, делаем детокс. Я почему-то раньше думала, что детокс это равно клизма. Я не знаю, я была так уверена. Но сейчас я понимаю, что это абсолютно другое и на другом уровне. И вот когда сделаешь детокс, потом и витамины все усваиваются лучше, они лучше работают, и в целом все системы организма отвечают, вот так отвечают, классно. Так что рекомендую. Так, первая коробочка почти заканчивается, что я еще заказала? Обожаю вот этот коллаген. Смотрите, вот в этой коробочке 5 пакетиков, я вам сейчас покажу. 5 коробочек, какой вот это лучше будет открываться, я уже могла отсюда вытащить, нет, все на месте. Я иногда бывает получаю, не успеваю записать видео и начинаю уже тырить потихоньку пакетики из коробочек и пить. Вот смотрите, 5 вот таких пакетиков здесь будет вот в упаковке. Один разводится на стаканчик воды обычной комнатной температуры, размешали, выпили. Здесь коллаген и гиалуроновая кислота. Представляете? Но здесь, конечно, состав он очень богат. Если я вам начну читать, это целая лекция будет. Но самое главное, какая польза для организма обалденная. И поэтому мне очень нравится, особенно когда такие вот напитки идут по акции. Там есть для сердца напиток. Вот, кстати, еще новый взяла. Напиток для поддержки сердца. Бета-глюкан, овса и для поддержки сердца. Вот такая вот коробочка тоже. Здесь клубника. В составе я тоже уже пробовала, доставала отсюда, безумно вкусно, просто очень вкусно. Представляете, пьем такой вкусный, полезный, натуральный напиток, и он благоприятно влияет на сердце. Кстати, по поводу сердца я вам могу рассказать, что у меня как бы на кардиограмме, вот я когда делаю, у меня все хорошо, но бывает как-то вот давит сердце, ощущение дискомфорта, я не могу лежать на левом боку, не могла. А сейчас я пропила, во-первых, синхровитал для поддержки сердца, баночку. Я пропила уже, по-моему, 2 упаковки вот предыдущей еще серии. Там тоже очень вкусненький напиток. Это вот новинка вышла, он также с клубникой. И я в какой-то момент поняла, что я лежу на левом боку и не переворачиваюсь. И мне не нужно лечь на спину быстрее, я не начинаю задыхаться.
И я когда это заметила, то я специально стала ложиться на левый бок, чтобы посмотреть, это случайность или действительно отклик, да, организма такой пошел. На самом деле могу, даже сейчас я иногда просыпаюсь, а я лежу на левом боку. Хотя раньше я не могла, у меня только правый бок, либо спина, по-другому я никак не лежала. Вот, так что работает постепенно, естественно, это будет не моментальный эффект. Какие-то продукты, может быть, нужно подольше пить, чтобы получить результаты. Мне нравится, знаете, что есть продукты на любой кошелек. Вот я вам показала дорогие продукты, да, например, вот NeuroVision. Он для мозга, он для зрения, он для нервной системы в целом. Он очень круто работает с теми, кто пережил сильный стресс организма, то есть это может быть инсульт. И человек, да, после инсульта, ну, бывает в очень тяжелом состоянии, вплоть до того, что, да, это овощ. И вот эти витамины, они помогают восстановиться. Вы можете себе представить? Да, дорого, да, но оно того стоит. Поверьте мне, я смотрела отзывы людей, видеоотзывы, где люди там просто рыдают и рассказывают, как их близкие начинают разговаривать, начинают реагировать на них, узнавать. Это дорогого стоит, ребят. Это очень круто. И поэтому, да, мы говорим, NeuroVision — это дорого, это круто. А можно подобрать, например, если у вас проблемы со зрением, то есть отдельный бокс, он выглядит вот так же. В этой серии есть несколько боксов. Есть IQ-бокс для мозга. Он вообще недорогой, по-моему, 1000 рублей стоит. Есть Vision Box, тот, ну, подороже. Не помню точно, но может быть 1600-1800. То есть это целевые боксы, уже собраны так все ингредиенты, что они влияют конкретно на определенную нужную задачу. Поэтому очень легко ориентироваться. Какой-то, да, взять, есть там мама-бокс. Кстати, я сейчас пью мама-бокс, выложила сториз. Мне девушка одна пишет: ты беременна? Другая пишет: ты что, беременна? Я такая: нет, а что, только беременным нужны витамины. Дело в том, что мама-бокс — это такой классный бокс, в котором очень хороший состав. Для того, чтобы мама после того, как она выносила, выкормила малыша, она восстановилась. Я состав посмотрела, думаю, прям то, что нужно. И действительно, я его пью и чувствую, что у меня энергии больше стало. Намного больше. Я вот прям в восторге. Вот еще что у меня есть. Я уже, правда, несколько баночек раздарила. Это медовая паста. Это у меня закрытая, да. С пассифлорой и мелиссой для поддержки нервной системы. Есть еще одна баночка. Я, наверное, ее... А, вот есть. С душицей, чабрецом для укрепления иммунитета. Смотрите, две баночки медовой пасты. Очень вкусно, особенно вот это. Такая вкуснятинка. Я уже открыла, я их употребляю с чаем. Кстати, чай тоже завариваю травяной из компании Siberian Wellness. Очень вкусные штуки, очень. И я тоже взяла несколько вот таких паст. Сейчас я коробку одну уберу. Взяла несколько вот таких паст, чтобы их вкладывать в подарки. Я думаю, что вот любой человек обрадуется, если ему взять вот так пакетик. Да, вот такой я заказала, красивые пакетики. Кстати, недорого. Я даже смотрела в каких недорогих магазинах, как Магнит, Фикс Прайс. Там пакетики стоят, пакетики стоят от 70 примерно рублей, 79-80 там и выше, даже маленькие. Здесь же, по-моему, даже вот этот большой, не помню точно, но, по-моему, сейчас посмотрим, где-то 35, может быть, рублей. Так, вот, 40 рублей вот такой большой пакет, а маленький 35. Ребят, ну это адекватная цена, да, вот я его вам показываю. И взять такой пакет и в него сложить несколько продуктов. Например, гель для душа и масло положить вот так вот. И уже классный подарок. Либо пасту, например, такую вот классную, вкуснющую пасту. И можно, что мы отсюда возьмем? Ну, например, вот такой напиток с коллагеном. Вот, крутой, классный подарок. И что-то еще, да, как я уже говорила, с новогодней тематикой. И это будет, знаете, это будет волшебно. Так что вот мои вам маленькие рекомендации. Поехали дальше смотреть. Так, еще один набор «Безмятежность» природная. Я себе взяла, потому что магний пью постоянно. Вот,
И мелатонин тоже теперь буду пить. Маска для лица отбеливающая, это тоже вот сюда, к этой подруге. Кстати, я сама еще не пробовала, но я видела фото до и после, кто делает вот эту маску отбеливающую, прям пигментные пятна, как будто их корова языком слезала. У меня тоже есть некоторые пятнышки, обязательно возьму эту маску, забыла просто себе заказать. Вот еще, значит, у меня скрабы, кремики. Это для того, чтобы и себе, и на подарочки, как я уже говорила, это будет обязательно так. У меня здесь еще один набор «Энергия и бодрость». Тоже будем сами пить, потому что витамин D мне нужен. Я сдала, кстати, анализы. У меня все хорошо, вообще все чудесно, прекрасно, кроме витамин D, который в этом наборе входит, поэтому я и наборов заказала. Мне его нужно сейчас, да, восполнить дефицит витамина D и немного повышенный холестерин. То есть он как бы на границе, но чуть-чуть там, ну, чтобы дальше не шло. И сейчас, да, буду этим заниматься, уже занялась. Мармеладки. Вот еще что я буду вкладывать в подарок. Смотрите, вот такой пакетик мармеладок я взяла с черникой, потому что он один из самых вкусных по отзывам моих друзей. Кто приходит в гости, я даю всегда разные сорта мармелада попробовать к чаю. И по отзывам друзей все в восторге как раз вот от этого мармелада. Смотрите, какой он красивый. Он внутри такой темно-фиолетового, такого насыщенного цвета. У него очень насыщенный, приятный вкус. И вот такой мармелад тоже классно впишется вот в такой подарок. Раз, одну. И, конечно, с прополисом. Мы сами очень его любим. Кстати, кого угощаю, тоже потом все говорят, вау, прополис, это классная тема. Так, еще я заказала вот такие наборы. Тоже очень популярная продукция. Бальзамы для тела у Ян Нома. Он подходит всем, у кого проблемы с суставами, болят, ломят, щелкают колени, локти там и так далее. То есть суставы — это такая тема, в общем-то, злободневная. Здесь хондроитин, органическая сера камфора. То есть вы уже, наверное, когда кто смотрит такие вот эфиры и уже разбираете немножко продукцию, вы знаете, где хондроитин, там глюкозамин, сера, да, это все для суставов очень полезно и классно. Здесь, конечно, очень крутой состав. Еще если какие-то воспаления бывают, мышцы болят, что-то потянули, вот классно помогает. А как раз вот был набор вот такой, он идет со скидкой, чай и бальзам. И чай — защита печени. Печень — это просто настолько важный орган в нашей системе организма в целом, потому что печень — это фильтр нашего организма, на нее ложится огромная нагрузка. Если вы, например, пропиваете курс какого-то лечения, то вам обязательно нужно пить что-то параллельно для печени, для поддержки печени, чтобы, да, ее облегчать, ее нагрузку, чтобы она хорошо работала. Это очень классно помогает. Чаи. Есть ЭПАМ 4 для печени, Синхровитал 4. Вот я сейчас пью тоже. И Миша, мы вместе пьем. Это просто, просто классно. Вот, часто спрашивают про коллаген. Есть два вида коллагена, вот такого вот в порошке. Цепучего есть морской, а есть ваниль и черника. Меня спрашивают, какой лучше? Конечно, ваниль и черника. Я даже вот взяла себе два сразу по акции. Рекомендуется пить коллаген утром натощак. Его вот этот вкусненький, его можно вот просто с водичкой развести и выпить как классный, потрясающий напиток. Морской очень невкусный, поэтому я его больше не заказываю и тоже не рекомендую никому. Ну, может быть, кому-то нравится. Его я могу выпить только в смеси с каким-то вкусненьким. Например, замешиваю коктейль и туда добавляю тот морской коллаген. Я его уже не чувствую, пью великолепно. А этот можно пить вообще с чем угодно. У него такой приятный черничный вкус, что его хочется больше, больше, больше. Он просто потрясающе классный. И это еще не все. У меня здесь остались две рукавички. Кстати, брала на Новый год, хотела раздарить, ну, также вот в общие подарки вкладывать. Но у меня так получается, что я с кем-то встречаюсь, с кем-то общаюсь, кому-то иду в гости, и я дарю вот такую рукавичку сразу. Люди в восторге. И неважно, какой возраст. Знаете, что я заметила? Даешь такой маленький мини-презент,
что это, так мило! Ну, действительно, рукавичка такая, да, знаете, необычная упаковка, вроде бы она простая, но так мило, что здесь выглядывает мордочка в окошке этой рукавички. А это крем с натуральным составом, безумно вкусно пахнет. Их три вида, но мне самой больше всего понравился вот этот голубенький. Такой вкусный-вкусный аромат какого-то десерта, как будто это печеньки какие-то прям вкусные, новогодние, праздничные. Поэтому я и брала больше всего вот как раз этот крем. И всем его уже, видите, осталось две штуки, раздариваю на ходу. Батончики тоже съедаются моментально. Приходят гости, я достаю батончики, достаю мармеладки, и мы пьем с этим чай. Еще мне очень нравятся шарики детские, либо с черникой. В детской серии несколько вариантов шариков. Есть с малиной, с вишней, просто какао шарики. Они в основном для того, чтобы хорошо работал кишечник, восстановление кишечной флоры. То есть и польза, и вкусно. Можно, да, без шоколадок обходиться, вот просто брать либо батончики, либо шарики. Но вот этот батончик, он прям малюсенький. И, конечно, я так посмотрела, он как конфетка просто, да. Но он такой сытненький. Вдвоем можно совершенно спокойно напиться чая вот с одним батончиком напополам. То есть, ну, полезно и вкусно. Так, и еще я взяла таурин. Таурин я тоже взяла по акции. Здесь 60 капсул. При покупке там чего-то, он шел с 50% скидкой. Я думаю, так, надо взять. Если не мне, то кому-то пригодится. И тут ко мне приходит как раз нутрициолог в гости, подруга, и начинает говорить: слушай, вот знаешь, что важно пить? Надо пить таурин. Это и детокс тут, видите, активатор антиоксидантной защиты. Я такая: таурин? Погоди, погоди. Говорю: вот такой, что ли? Она: у вас и таурин есть. В общем-то, таурин есть, он классный. И напоследок, да, вот гора моих пакетиков, то, что я буду в них упаковывать подарки. Я, то есть, закрыла вопрос тем, что у меня все получат классные, вкусные, полезные подарки и красиво оформленные. Еще докуплю какие-нибудь новогодние штучки. Я уже, кстати, кое-что купила. Я элементарно зашла в фикс прайс, а там такой выбор, всякие красивые и домики, там и паровозики, чего только нет на любой вкус. Тоже можно зайти и подобрать, чтобы это просто вот добавило какой-то нежнятинки, милоты к подарку, чтобы создать больше ощущения праздника. Да, можно дракончиков, будет год дракона, можно найти маленьких дракончиков. Кстати, этим займусь в ближайшее время, пока не разобрали всех самых красивых, тоже пойду покупать дополнительные подарки. Вот такой у меня огромный заказ, и представьте, сколько уже разобрали. Часть уже ушла в добрые руки. Я буду рада, если вы будете задавать какие-то вопросы, если вам интересно сотрудничество или как оформить карту клиента, я ссылочку всегда прикрепляю под видео. Вы можете прямо на нее нажать, оформить себе карту, и обязательно вы попадете ко мне в электронную почту, я увижу, что вы в моей команде, я сразу вам позвоню, мы поговорим или напишу как минимум, чтобы мы договорились, как связаться. И расскажу, какие выгоды, как лучше, добавлю вас в чаты, расскажу, какая продукция более актуальна для вас, либо расскажу, как можно посоветоваться с врачами, с профессионалами, чтобы вам подобрали под вашу задачу продукцию. Окей? Ну что, я вас благодарю за внимание. До новых встреч. Всем крепкого здоровья и красоты. Пока-пока.